Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия. В полночь в Заволжском районе Ульяновска полицейские заметили мужчину с оружейным чехлом в руках. Случилось это на улице Оренбургской. Оказалось, что мужчина нес с собой малокалиберную винтовку ТОЗ-8М со сбитым номером. Задержанным оказался ранее судимый 32-летний местный житель. Первоначально гражданин пояснил, что винтовку он ранее нашел в парке и хранил у себя дома. Проведенная экспертиза сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД России по Ульяновской области показала, что оружие является боевым. Возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. В отношении предполагаемого злоумышленника избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.